Татуировки, борода, хип-хоперская футболка и кроссовки Jordan. Когда вышел этот парень, можно было подумать, что он начнет читать рэп. Этим музыкальным направлением Андрей Бупас серьезно увлекался, но выбор пал на бокс. 5 лет белорусский спортсмен провел на любительском уровне и столько же был в профессионалах. После начал тренировать бойцов. В его списке есть и громкие имена – Бату Хасиков, Владимир Минеев и другие. К опытному тренеру позже потянулись и звезды шоу-бизнеса – Ольга Бузова, Нурлан Сабуров и Баста. Теперь уже один из самых медийных спортсменов колесит по России и дает мастер-классы боксерам. Первый раз в Барнауле, в Сибири не первый раз, был в Новосибирске, но первый раз в Барнауле. Спасибо, что пригласили. Сегодня я проведу мастер-класс, в каком формате будет. Я буду с одним парнем, спортсменом, показывать в ринге, будем показывать какие-то связки, я буду корректировать что-то, какие-то свои фишки. Мастер-класс от опытного тренера приурочили годовому юбилею клуба «Азбука бокса». На нем собралось больше сотни зрителей и любителей единоборства. Но на протяжении 1,5 часов Андрей Бупас работал только с детьми. Учил их тонкостям бокса, рассказывал, как можно обмануть соперника и чем его удивить. Такие мастер-классы для нас вот, они необходимы именно для того, чтобы повышать свою квалификацию, развиваться. Вот, ну, развитие, жизнь. И постоянно мы стараемся выходить на подобные мероприятия. По словам директора клуба, мастер-класс от Бупаса позволит спортсменам посмотреть на бокс с другой стороны, а тренерскому штабу набраться новых идей, фишек и методов тренировок. Именно тренер является вот ядром спортивного процесса. Соревнования, все это правильно, это замечательно. Но кто подготовит спортсмена к соревнованиям? Конечно же, тренер. Вот. Плюсом сама тренерская работа – это, безусловно, воспитание не только спортсмена, это воспитание человека, личности. Юные боксеры встречи с именитым боксером остались довольны. Впрочем, организаторы пообещали, что скоро для них подобные мастер-классы проведут и другие не менее профессиональные наставники. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.